Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я. У нас обновление в Эриксан, наконец-то. Хоть сегодня уже и бляха-муха понедельник, а выйти она должна была в пятницу. Ну да ладно. Это уже что-то новенькое. В общем, появился новый монстр, походу, самый последний, который нам нужен. И так, чувствительность, чувствительность. Сглаживание пусть будет. Поехали. Ебать, тут и не мычит. Так. Я обучение уже так-то прошел, посмотрел. Начинаем мы странно с лабиринта. Ох и звуки, блядь. Нужно найти... Так, другой вход в академию. Погнали смотреть, что тут нового. Йоу. Нам надо найти, как пробраться в эту грёбаную. Я надеюсь, его тут нету, блядь. Одни лабиринты вокруг. Ебать. Тишина. Что-то я открыл. Ага. Я открыл эту калитку, ну норм. И дверь открыл. Хорошо, есть лом. Есть лом. Выглядит неплохо. Попробуем тут открыть, наверное. Нужен инструмент, чтобы разрезать эти цепи. Лом не разрезает, насколько я знаю, поэтому, блядь. Зачем мне лом? Зачем? Мне лом. Ё-моё. Ебать звуки тут. Пока что я нифига не понимаю. Так. Мне уже не терпится посмотреть на этого нового монстра. Походу, у него нет глаз. Так, вентиль. Вентиль. Я все еще не могу использовать. Прикольно. Блять, как отсюда выбраться? Пока что не ясно вообще. Лабиринт, да и лабиринт. Зачем я вообще сюда приехал? Так. Ага, может ломаем вот этот люк? Да, вы открыли новый замок. Все, отлично. Бегал 5 минут, бляха. Нифига себе люк. Итак, знакомая, знакомая у нас теперь уже комната, походу, да. Здесь мы уже когда-то были. А где же он? Мне хочется на него посмотреть, бляха. Ебать! Все, я посмотрел, можно закрывать на этом игру. Так, надо взять кирпич. Ну нахуй. Я на... Ё-моё. Пиздец. Не работает! Не работает на нем! Кирпич не работает. Блять, он какой-то ёбнутый. Честное слово. Ебанутый. Он флексил. Кирпич на него не работает, нихуя. Надо найти спрей. Надо делать то же самое, в принципе. Но кирпич на него не сработал, бляха. Вон он. Ебать. Стрёмная хуйня. Я вам так скажу. Спрей.
Тихо. Отойди! Отойди от меня нахуй, блядь! Что это такое? В общем-то, да, меня ёбнули. И чё? Да, как-то странно. Не понял. Ладно. Так, продолжаем. Понятно, кирпичи на эту тварь не работают. Хорошо. Я вас понял. Надо найти спрей. Тишина. Он немного забагованный, в принципе, это плюс. А спрея тут нету. Уходим нахуй. Надо найти спрей. Да. Ебать. Вот он. Чувак. Мне кажется, у тебя небольшие проблемы. Братан. Сейчас посмотрим на ту сторону. Блять! Сука! Блять! Умная тварь, ты глянь! Я думал, он застрял! Ёбаный грунт, капец! Продолжаем. Я же его бесплатно беру, получается. У меня всего один день. И когда я умираю, то все, приходится перепроходить сначала это говно. Так, ладно. Ладно. Блять, пиздец. Ну нахуй, погоди. Какой-то ебанутый пипец. Забагованный, везде застреет, блять. Что это? Старый ключ, хорошо, это поможет. Блять. А не хочется умирать. Я же надеюсь, он такой же тупой, как... А, вон он. Такой же тупой, как Эрик. То есть, если я сейчас пойду к углям, то и закрою тут дверь. То он же дебил не пойдет за мной, не будет ее открывать. Тишина. Да, он дебил, как и Эрик. Отлично. Это прекрасно. Привет, братан! Сука, пиздец. Блять, страшная хуйня. Блять. Вот как-то и так. Такая картинка появляется, никакой ни концовки, ничего. Да. Ладно. Я задолбался уже. Вон оно там ползает. Попробуем пробежать наверх. Побежал, побежал наверх. Тихо. Тихо. Он ебанутый полностью. Его надо чинить, блядь. Он забагованный. Просто посмотрите нахуй на это. Какая жопа, капец. Братан. Где оденься, блядь? Ой, по-моему, все плохо. Братана, все не очень хорошо. Так, давайте посмотрим, что тут. Картинка, кстати, немного поменялась. Я не знаю, зависит ли это от монстра, либо это они так обновили. Тут когда-нибудь что-то будет, нет? Никогда здесь ничего не будет. Я уже это понял. Только не видишь, что он так там и сидит, эту дергается об доски. Туалет. Это ужасно. Ну такое. Монетка. Дублон Ктулху, блин.
А этот чувак стоит 1550 этих дублонов, бляха. Это жесть. Где мне их все искать? Эта дверь заперта, ок. Так, ну понятно, что он там застрял, бляха. Этот идиот. Братан, давай, ты сможешь. Блять, пиздец. Капец, ему реально эти доски мешают двигаться. Ну, разработчики, ну будьте людьми, уберите ему уже доски. Он же просто, ну, беспомощный. Я просто думаю, как мне в библиотеку попасть, бляха. Или хоть куда-нибудь. Ой, ну я обнова, блин. О, куда-то уползает. Братишка. Мне его жалко, реально. Очень жалко. Я не знаю, чего он хочет, куда он хочет уползти, но... Бедняга. Вон наша дверь, вот это чучело. Чучело. Так, блядь, мне страшно, конечно, сейчас подходить к этой двери. Эта тварь еще увидит в любой момент. Уползай куда-нибудь, давай. Так. Токата эт фуга. Что это? Куда это? Зачем я это беру? Йохан Себастьян Бах. Месседери, в руке уже что-то есть. А книги тут нету, да? Да, какая-то песенка. Блять, и забагуйся нахуй, дебил. Это жесть. Да, какой-то странный монстр на самом деле. Я думаю, его исправят. Вот как-то так. Так, ладно, я с ключом. Мне надо попасть к углям. И уже оттуда как-то двигаться. Сейчас он выйдет оттуда, идиот этот. Что роняет, блядь. Обидно, что кирпич на него не работает вообще. Вон он. Так ты что, добро... Погодите, у меня дежавю или что это было? О. Ран, 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 ран. Тише. Блять. Ебанутое существо. А мне страшно выходить, она же выйдет сейчас. У него такая траектория дебильная. И он очень быстрый. Быстрее, чем Эрих. Ага, спрея нету. Вот он. Так, ну в пизду. А где мне дрова искать-то, а? Точнее, не дрова, а спрей этот. Идет, идет, идет. Нормально, нормально, блядь. Он меня увидел и побежал в обратную сторону. Алло, Вася. Так, где может быть спрей? Надо его искать где-то здесь. Да. Я не знаю, кирпич я, конечно, возьму, но хуй на него сработает.
Вот он тут все подвигал. Блять! Сука! Ух, прямо слева. Как он двигается? Как он передвигается вообще? Это непонятно. Это не поддается ни одному закону, бляха. Ой, ладненько, друзья, я вообще не очень понял, что это было, что это за существо. В общем, я буду заканчивать. Обнова странная, надо, чтобы они доисправляли, как минимум. Потому что, ну, он какой-то, ну, слишком ебанутый. В общем, я, конечно, попробую его как-то разблокировать, посмотрим. А пока что буду с вами прощаться, ссылка на игру в описании, друзья. Всем пока.